Сезон активности клещей в разгаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю от укусов этих паукообразных пострадали 111 жителей Ивановской области, из них 16 детей. Недели ранее пострадали 180 человек. Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировано больше 3000 случаев обращений. В лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии занимаются изучением клещей. За последние дни исследовано 48 штук. Выявлено 4 положительных результата на клещевой боррелиоз и 2 на моноцентарный эрхлиоз. Энцефалитных клещей не обнаружено. По мнению специалистов, наиболее благоприятные условия для клещей – это температура воздуха 18-20 градусов и влажность около 80%. Будьте осторожны. Клеща не выбрасывать, положить в баночку стеклянную на дно, положить ватку, смоченную водой, чтобы он не высох. И желательно в течение суток его привести к нам на лабораторию.